Короче, сделаю стоп-старт, не знаю, поможет, нет. А, ну на ГГ пашет, ну все, ладно, нормально. Так, посмотрим, что он тут делал. Ну, очевидно, Ули добирал. А, нет, гномник. Пробил охрану. Понятно, нихера у него, короче, там нету. Так, коробку будем брать целью. Диплом надо качать по-быстрому. Так, что у нас тут есть из интересного? Так, ну у нас... Есть этот свиток, но далеко. Надо сюда ломиться, по идее. Чекнуть подземку сейчас надо. В утопу пока рановато, я думаю.
Так, ну психи у нас в говне, очевидно. Хотя. Вот мразь. Ну ладно, я даже хосту потрачу на тебя. Штормов, блин, я не это хотел чуть-чуть, ну ладно. Так, ну надо качать целочку у нас получается, да? Сейчас мы целочку качнем. Так, надо дипломатию по-быстренькому качнуть. Так, сейчас мы прочекаем, кто в тюрьме у нас. Здесь мы меняемся на деньги. Прячемся. О, школярчик какой у нас хороший подъехал, мама дорогая. Отлично, отлично. Еще и со стрелочкой сейчас мы... Так, ну, в принципе, можно штормов, наверное, отдать этой шмаре. Так, некр. Некр, что у нас некр будет делать? Пойдет в подземку. Так, есть обзорочка. Отлично. Так, есть конца коробка. Так, ну пока что привлекательное вот это направление на самом деле. Только здесь оббегать далеко. Так, ладно. Дальше у нас чё? Ты идёшь немножко сюда. Так, ну Крэк сейчас у нас на курочках поехал. Крэк-то у нас батя, ему похрен. Он может и на курочках ездить. Тут всё на изи-пизи. Даже Гризи, может быть. Так, ну можно ему сдаблить ману. Поехать сюда. Тут у нас что? Тут коробку можно скоммуниздить. Только далеко. Так, пробьем зомбей сразу. Так, здесь у нас это шмара поедет, заберет город.